Всем привет! И опять 99-я, которая всем надоела. Но я сразу говорил в начале ремонта, что это недельные проекты, и отдадим к концу недели. А сейчас только четверг. Куда отдавать? Кстати, забыл проварить три точки. Я там увидел одну оборванную и решил проварить. Значит так, это крепление новое я не нашел у себя. Клиент? Не, я понимаю, что, блин, его как-то варить... Ну, его, конечно, поменять бы. Вот эти все сопли отрезать и новое полностью крепление приварить. Но мне его никто не даст. Мне сказали, вари это, нового не будет. Хорошо, приварим это. Значит так, у нас здесь есть пару вмятин. Эта плоскость должна вся идти ровненько, аж до угла. Ну, то есть все должно лежать в одной плоскости. У нас... Оно вот лежит, лежит, лежит. Вот яма, был удар. Аж как бы мне, аж вот чуть-чуть надуло бугорок. Это будет трудно сделать, кстати. Ну, забить-то не трудно. Ямку эту будет трудновато вылепить. Вытянуть. Сейчас приварим. Зачистим. Потом наш обратный молоток, который делался когда-то для споттера. Такой здоровый, который уже не надо. Нафиг мы вообще такой здоровый делали до сих пор, не пойму. Будем приваривать, обратным молотком отдергивать, дык-дык-дык, подровняем это место. Вот еще есть удар, вмятина. Тоже подровняем это место все этим же молотком. Ну, а потом чуть-чуть обчистим, обкультурим, да и приварим этот кронштейн. Здесь вырвало вот дырку, вот металл вырвался. Поэтому возьмем, это у нас что, полторушка? Это даже меньше, это 1,2 походу. Забьем, вырежем латочку, сделаем, заварим полностью латочку. Ну и потом уже это все обчистим, дорихтуем и приварим. Ну, давайте начнем с зачистки. Сейчас этим волосняным кругом обчистим, подергаем, повыравниваем.
Люди, извините, блин, уже начало первого, мне домой надо валить. Все, вывел все размеры. Размеры, кто не знает. Один, моя тетрадка, хотел показать. Вот, сфотографируйте, запомните. Это нормальные размеры для вот этих штук. Блин, много машин сделано, много машин перемерено, выведено среднее число, записано, делаю по ним. Центр, линия там выше, линия выше, потому что тут надо угадать много моментов. Надо угадать положение туда, сюда, вверх, вниз, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, то есть тут много. Раз, одно положение, второе. А, еще и по часовой против часовой надо угадать. Ну, то есть тут много моментов надо угадать, потому что если криво будет, цилиндрок будет жрать. Хотя можно перебить, рассверлить, вообще не проблема. Здесь обварено с двух сторон, обварено с двух сторон, Здесь все вот обварено сплошным. Вот там видно, да? Все, отлично. Как я говорил, эта машина прокатная, это значит, есть служба такси, которая дает машины в прокат. Здесь идеала нам не надо было. Здесь надо сделать просто нормально, крепко, потому что, ну, не купят мне ее. Не купят. Да, у нас они, кстати, поштучные не продаются. Все, погрунтовал, он парует аж. Вернее, какой парует, дымит, дым идет. В общем, всем спасибо. Кто думает, что он вот пойдет на лежачем полицейском, сразу ставит дизлайк. Кто не думает, ставит лайк. Извините за столь маленькое видео, но так получилось. Всем пока.